приехали на Азовское море, на дикие пляжи, недалеко от станицы Голубицка. Она, кстати, находится слева. И здесь вот открываются такие вот виды. Море, ракушки и отсутствие людей вообще-вообще совсем-совсем. Это полностью дикие пляжи. Море чистое, красивое. Солнечный день прекрасный. Не знаю, будем ли мы купаться, потому что у меня есть все-таки опасения, что внутри будут медузы, внутри моря. И не поверите, все предыдущие дни мы ездили, искали в разных местах, места, где бы не было медуз. И они везде, и на Черном, и на Азовском море, и от них никуда не деться. К большому сожалению, ездили даже в Крым, в Керчь, на главный у них пляж, на горпляж. Даже там были медузы, но их было не так много, как у нас. Поэтому там мы покупались, охладились. Какая здесь обстановка, ну, будет видно, если мы будем купаться. Многие из вас меня спрашивали, где на Азовском море можно остановиться с палаткой. Именно не кемпинги, а дикий отдых. Это любое место, друзья, за поселками, за станицами. Вот, например, справа от Голубицкой вот эти вот дикие пляжи. Но имейте в виду, что вы не единственные, которые о них узнали. Здесь очень много людей отдыхает. Именно там, где деревья, под ними ставят палатки. И, к сожалению, очень грязно, прям очень. После людей все побережье в мусоре, и это очень прискорбно. И ну, что здесь делаешь, если люди не приучены убирать за собой, а убирать за ними — это только приучать людей к тому, что вот они кинули бумажку, а за ними уберут. Я считаю, что так неправильно. Здесь нужно у людей другое абсолютно мировоззрение формировать, а не так, что кинь бумажку, а за тобой кто-то уберет. Напишите в комментариях ваше мнение. Действительно очень много, и посмотрите, какого они размера, эти кормироты. Вот так вот. Сейчас и на Черном, и на Азовском море. Все одинаково. Если вы нашли пляжи без медуз, то я вам очень завидую. Посоветуйте нам какие-нибудь пляжи, которые недалеко от Темрюкского района, ну максимум Керчи, чтобы можно было бы покупаться. Также я первый раз в своей жизни увидела вот такой вот морской орех, который на пляже можно увидеть. Если на него встать, как вы видите, он очень острый, шипатый, будет очень-очень больно. Поэтому аккуратно ходите вот на диких пляжах, потому что можно увидеть вот такие вот орехи. Помимо медуз, такие орехи — это тоже опасность на Азовском море. Так что будьте осторожны. Медузы есть в море. И, честно говоря, опасненько так-то заходить, потому что они ужалят. Но море сегодня очень красивого цвета. Не, я не буду купаться. По-моему, мне в ногу что-то ударилось. Неприятно, неприятно. Зайти в море очень-очень сложно. И ты боишься действительно, как бы тебя не ударила, не упала, не билась об тебя медуза. В общем, как только вы увидите, что мое лицо скривилось или я кричу, это медуза. Это просто, ну, очень хочется в такую жаркую погоду покупаться. Ну как?
приходится только куда-то далеко ездить, а вот море под боком, казалось бы, но никак. Вот идешь и смотришь себе под ноги, как бы там не было медузы. Ну что ж такое, вот когда же наши власти поймут, что у нас есть такая проблема, они же все сами видят, но эту проблему нужно решать. Как решать, пока не совсем понятно, но если так будет продолжаться дальше, мы потеряем весь наш курортный потенциал нашего района, и это очень жалко. И не только нашего района, но и тех районов, у которых находится Азовское море, Славянский, Ейский и прочие районы. Вот здесь тихо, спокойно, людей нет, так хорошо. Ну вот какая беда, медузы. Раз уж я зашла, окунуться что ли? Что ли? Ой, хорошо как. Все, я окунулась. Сейчас главное не встретиться с медузкой, иначе купание будет омрачено. Купаюсь я, а тут снова этот орех. Выкидываем его, потому что не хочу я в него колоться. Где у нас еще в районе есть дикие пляжи? Точно в Кучугурах. То есть можно уйти вправо, либо влево от поселка и найти уединенные пляжи. Конечно, у нас, так как здесь степная зона, деревьев будет по минимуму. Но если вам нужно остановиться вот чисто в диком месте, то можно, почему нет.